А ты хотел бы завести себе маленького друга? О! Пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь. На Рождество подарите вашему ребенку любовь. Подарите щенка счастья и... Пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь, пусть в мире... Очень выгодно работать директором компании по изготовлению игрушек. Щенки счастья распродаются моментально. Нет ребенка, который не хотел бы такого на Рождество. Что может ваш щенок счастья, чего не может мой? Смотри. Пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь. Да-да, все так умеют. А это они могут? Теперь ты будешь меня слушаться. Атом. Альфа Тинс он Машинс. Продюсеры Сильви Баро, Бруно Бьянки, Сидни Кларк, Стив Гренет. Авторы идеи Ариан Дезро, Поль Патрик Уваль. Композиторы Ален Гарсия, Нуам Кнеэль. Режиссер Оливье Джон Герлин. Атом. Игрушки Ли. Автор сценария Глен Леопольд. Хо-хо-хо-хо! Торговый центр Лендмарка хочет поделиться с детьми радостью на Рождество. Да, мисс Клаус? Все правильно, Санта. Эльфы, принесите еще щенков счастья. Быстро! Хо-хо, сейчас, Лайо. Мисс Санта, мы вас слышим. Мы вас слышим. Как это унизительно. Играть эльфа третьесортного Санты. Да ладно, Кинг просто молодец. А для нас это хороший способ заработать денег. Просто молодец? А где блеск в глазах? Где веселье? Я хотел быть Сантой. Управляющие не заметили истинный талант. Заметили, поэтому и взяли Кинга. Где товар для острова Сан-Бруно? Прямо здесь, мистер Росс. Готов к отправке? Отмените, отправьте вместо него этот. Хорошо, босс, как скажете. Хо-хо-хо-хо! Принесите еще щенков счастья! Хо-хо-хо! Не толкайтесь, дети, любви хватит на всех! Я хочу щенка счастья! Понимаешь, Санта? Дело в том, что щенки закончились. Ты шутишь? Да, мисс Клаус? Проверьте еще раз. Маленькие эльфы, быстро! Остались одни коробки, друзья. Мы хотим щенков счастья! Yeah! Мы хотим щенков счастья! Эй, дети, смотрите, что может эльф. Йоху! Yeah! Ух ты! Да! Защищайтесь, сэр эльф! Я принимаю ваш вызов. Опа! Хоук, Шарк, сходите на склад и постарайтесь найти еще щенков счастья. О, пожалуйста, помогите. Нам нужны щенки счастья, иначе у Санты будут большие проблемы. Да, вы понимаете, нам очень нужна ваша помощь. Срочно! Слушайте, мы уже все распродали. Это последние экземпляры. Можете взять их. И еще есть в выставочном зале. Пошли! Ура! Здорово! Спасибо вам! И этого возьму. С Рождеством, дети! Хо-хо. Ну как дела, маленькие эльфы? Это последний Санта.
Послушайте, дети, мне очень жаль, ребята, но это последний щенок от Санты. Я первый. Уйди. Сам уйди. Нет, ты уйди. Он мой. Он мой. Отпусти. Нет, хватит, отпусти. Хватит. Дети, дети, давайте не ссориться. Пусть мирит, Витя. Пожалуйста, забирай его. Кому нужна сломанная игрушка? Ну, хватит, хватит, малыш. Не волнуйся, Санта починит. Что, правда? Конечно, мне только надо заскочить в мастерскую на Северном полюсе. Ты можешь забрать его завтра, обещаю. Спасибо, Санта. Один день с детьми еще труднее, чем с командой Ли. А ты попробуй завязать 500 ленточек для щенков. С вами Мишель Морено. Главы 10 сильнейших государств мира уезжают с экономической конференции, чтобы отпраздновать Рождество со своими семьями. Так, сейчас я разберу механизм и починю микросхему, которая отвечает за речь. Пусть мирит цветет любовь, пусть мирит цветет любовь. Так-то лучше. Еще немножко любовь, и будет идеально. Пусть мирит цветет любовь, пусть мирит цветет любовь, пусть мирит цветет любовь, пусть мирит цветет любовь. Вот это я понимаю, настоящая любовь. Ух ты! Представь, что было бы, если бы он нас ненавидел. Страшно подумать. Щенку просто не нравится, когда его ломают. Но нам-то тоже. Теперь щенок счастья точно сломан. Мы его взорвали, а он пытается восстановиться. Цветет любовь, цветет любовь, цветет любовь! Кончено! Цветет любовь! Ух ты, какая упрямая игрушка! Эти игрушки точно не... Хоук! Да, какие будут приказания? Друг, ты как? Нормально. Я ничего не помню. Что произошло? Игрушка вставила в тебя какой-то микрочип, контролирующий мозг. Но откуда он взялся в игрушке? Хороший вопрос. Думаю, нам пора заглянуть в саму компанию и узнать, для чего они делают такие игрушки. Команда, вперед! Ребята, я не понимаю, о чем вы говорите. Мои щенки счастья совершенно безобидны. Да? И те, которые стреляют из лазеров, а? Слишком много вопросов. Команда Ли, могли бы догадаться. Фу, какие уродливые игрушки. Хочешь подарок от Акселя на Рождество? Я думаю, ты будешь в восторге. Полиция, уходим. Помогите! Помогите!
помогите. Держу. А я тебя. Ух ты, хороший бросок, ковбой. Они уходят. Кажется, полиция совсем близко. Вот она. Ух ты, только посмотрите, еще один такой же микрочип. Кто вы? Что здесь происходит? Вы все забыли? Его память стерли, как мою. Последнее, что я помню, это мужчина, который хотел продать мне щенков в части. Мужчина? Какой? Светлые волосы, назвался мистером Йенусом. Ли. Ну, конечно. Где команда Мью, там неподалеку и мистер Ли. Но зачем Ли понадобились игрушки? Ему что, нужен контроль над детьми? А, не над детьми. Щенки счастья – настоящая сенсация. Даже очень занятые люди прерывают экономическую конференцию, чтобы вместе с детьми справить великий праздник мира и любви. Ты прав. Ли нужны не дети, а их родители. Он хочет контролировать лидеров сильнейших государств. Вот что. Хочу поблагодарить за создание чудесного щенка счастья, который в канун праздника стал символом мира и гармонии для всех детей мира. Пусть в мире цветет любовь! Пусть в мире цветет любовь! Мы должны приехать туда раньше, Ли. Как, друг? Из-за конференции остров стал самым охраняемым местом на Земле. Они нас и близко не подпустят. У меня идея. Правда, немного странная. Вперед! Ты и правда думаешь, что нас пропустят, потому что это похоже на Сани Санты? Нет. Но там много прессы. Я думаю, что в Рождество Сани Санта, летающие по небу, привлекут внимание. Конечно, нет. Мы скажем, что привезли очередную партию игрушек. Думаю, они нас пропустят. А потом мы должны показать, что эти щеночки не такие дружелюбные, как кажется. Если еще не поздно. Спокойной ночи, Тика. Засыпай. Щенок счастья сегодня хочет спать с тобой, мама. Как мило, детка. Но думаю, с тобой ему будет лучше. Нет, мама. Правда. Он говорит, что очень хочет. Пожалуйста. Пусть в мире цветет любовь. Пусть в мире цветет любовь. Микрочип сделает из мировых лидеров послушных щенков, Тилиан. Тогда я смогу проводить операции по клонированию мирового масштаба. А что делать с Мэннингом и его друзьями? Ха-ха, если будут мешать, устраню их. Папа! Иди в кровать! Но... Иди в кровать, сын. Хорошо, папа. Добрый вечер. Чем могу помочь? О!
подключился к управлению оружием. Все по местам. Ох, превосходно. Теперь я контролирую весь остров. Как вовремя. Я не мечтал о таком рождественском подарке. Уничтожить их всех. Уничтожить их всех. Так, можно входить. После того, как нас засекли камеры, они... Эй! Неужели никто больше не верит в Санту? Рождественское представление? Разделяемся, ребята! Это работа для Санты. Здесь витает дух Рождества. Да! Ура! Уничтожить их! Извини, песик. К сожалению, ленточку ты не получишь. Дети, пригнитесь! Почему щенки счастья хотят убить нас, Санта? Они сломались. Мне не надо было покидать мастерскую. Я серьезно поговорю с эльфами. Прием Джо Лан. Ага. О, да! Здорово! Ты заберешь всех щенков счастья, миссис Санта. Мне придется. Зато у Санты есть кое-что для вас. Мешок чудесных игрушек. Ура! Папа! Что такое? Что вы здесь делаете? Почему вы забираете игрушки? Их надо починить. Ну что ж, нам пора возвращаться на Северный полюс. Папа! Санта так здорово дрался со щенками счастья! Ну, конечно, сын. Ой-ой-ой, стойте, а снимок на память. Вы с эльфами сфотографируйтесь со всеми нами. Конечно. А почему нет? Я проиграл этот бой, Мэннинг.
но впереди еще не одно сражение. Хо-хо-хо! Счастливого Рождества! Держи, малыш. Эльф Аксель помог мне сделать специального щенка для тебя. Ха-ха, отойди. Я покажу, как Санта сыграет профессионал. Вот, малыш, Санта Хоук желает счастливого Рождества. Рёко Джалан, пусть в мире цветет любовь, пусть в мире цветет любовь. Ух ты, что это за щенок? Я назвал его щенок Джолан. Здорово, да? Очень здорово! Щенок Джолан показал тебе свою любовь, друг. Это больно!